сегодня у нас 20 июня. Вон храм, видать, покажи где. Ну и вот мы пошли на первый мостик, так называемый. Где он находится, лагерь. Дай знать, я тут тоже сфотографирую. Я отсюда никогда не фотографировал. Посмотреть надо, что представляет здесь окрестность. Вот там, да. Это лагерный. Игнатий Ильич, а вот желтые эти, желтые грудки у птички, так что за это птички? Это мы называем трясогузка полевая. Mm-hmm. Жел, смотри, чтобы это не набрызгало тебе. Ты же говорил, не повернешься, уже развернул. Теперь будет у тебя с этими. Так специально делали, чтобы не поворачивать, а ты повернулся. Вот. И вот смотри. Тут везде воспоминания. Мы как-то шли, вот это лог, вот это вот строение перед нашим детским лагерем. Дальше, видать, лагерные постройки. Вот это, которые деревья, это лагерные, вокруг лагеря. Видишь, ласточки летают около самой земли. Вот это лог идет, который наполняется там водой. И получается лагерный пруд. Вот. А, тут что сказать еще, что вот эта вот дамба, не дамба, дорогу делали перед самой перестройкой, в 91-м году, наверное. Уже довели было, уже, вот она идет оттуда, от трассы Барнаул-Мамонтова, туда сюда уже километров, наверное, 18. И все бросили, все пропало. Пропало, и уже ничем нельзя его восстановить. Вот она, гляди, какая, выше роста человечества. Вот мы даже отойдем. Деревья, которые дальше, это бывшая деревня, конечно. Там в конце я Рыжковский. Как бы на север пошли от лагеря, точно на север. Посмотреть, как сделать проходимость для машин здесь по первому мостику. Но тут дождь идет, нельзя повернуться даже. Мы сейчас поднимемся. Вот это я подойду, ты увидишь, какая высота. Закрыть как-то, чтобы тебе не попадало сюда. Из-за меня тут. Станька, подожди-ка. Ну, вот так вот я закрою, чтобы дальше повернуть быстренько, показать, где первый мостик. Из-под этой там. Попробуй, из-под низу. Старые столбы там стоят. Там видно, нет? Ну, я хочу покрытие создать тебе. Да-да-да, видно. От дождя. Вот туда мы идем. Если сделаем проход, значит на второй мостик, а там уже поднимать дамбу будем. Убирай пока, все. Выключай.